Здорово, катаны, с вами Юга, и это подкаст, который обещал будет рассказываться о готовке еды, так как, конечно же, я не претендую ни на какого-то супер-мега-повара, но, в принципе, могу рассказать, что можно приготовить голодному студенту или, в принципе, не могу сказать, на самом деле, дико ленивые вещи, что я буду готовить. Человек, который просто хочет вкусно покушать. На все про все, чтобы сделать тут несколько блюд, ушло 497 рублей. Здесь у нас три вида травы. Есть майонез для заправки, чечевица, куриное филе охлажденное, которое можно на два раза использовать, если вы хотите порционально кушать. Одна чистая морковка. Так, это надо спрятать, чтобы не видели, это не конфеты, вам показалось. Так, помидорки, лучок и зачесался один болгарский перец. Вот. Не так много, как можно видеть, что можно купить на 500 рублей в наше время, да. Даже живя на юге. Но в любом случае можно с этим паком продуктов немного себя обеспечить едой на 2-3 дня, причем я буду готовить на 2 дня, скорее всего, то есть на примерно 3 порции. Это еще у нас останется половина куриного филе, салат, яйца, чтобы яйца должны быть всегда. Самое главное блюдо — это, конечно, чечевица. Не так давно, помимо гречки и риса, и всех круп, макароны я, в принципе, стараюсь не жрать, не употреблять. Вот чечевица, классная штука. По сути, да, это бобовая, но чечевицу нужно правильно готовить. Если неправильно приготовить чечевицу, получится полная хрень. Я примерно покажу, не знаю, не в режиме, конечно, онлайн, что можно с ней приготовить. Так что, как все уже распределю, включусь, когда уже будет все в процессе. Много различных рецептов приготовления чечевицы. И кто-то добавляет непосредственно сразу лук при варке с морковкой. Я же стараюсь сделать это все-таки в виде небольшой обжарочки и добавить уже при непосредственной ее варке. А что касаемо пропорций, как я делаю, всегда засыпаем на сухую, здесь примерно порция на несколько дней, и засыпаем дом количество воды примерно в 3 раза больше объема этой тарелки. Тут примерно сколько у нас, миллилитров 600. Вот так заливаем. Чечевица готовится, в принципе, при таком объеме очень быстро, и важно ее не проворонить, соответственно, всегда быть на кухне. Пока мы уже залили чечевицу, варится товар, займемся непосредственно поджарочкой, так называемым, тем же самым лучком. Самое главное, чтобы лучок у вас должен хотя бы такого до золотистого оттенка его довести, и уже потом на терочке сделать морковку, чем мы сейчас быстренько и займемся. Это пока, как говорится, совмещать приятное и с полезным. Поджаривается, не провариваем, чистим морковочку. Пока у нас лучок подрумянивается, морковка ждет своего часа. Немножко полезных, интересных фактов. Как полезных, просто интересных. Вы знаете, что во время Второй мировой войны детям в Англии давали так называемую ice carol, или холодную морковку, и дети думали, что она мороженая. На самом деле просто подмораживали морковку и давали детям, потому что морковка, она имеет немного сладковатый привкус. Как видите, я вообще ничего не солю, и также не солил воду. Объясню, почему я это делаю. Есть такая приправка у меня, это дополнение. Вот такая приправка деликат, она довольно-таки соленая. Я не люблю соленые блюда, поэтому стараюсь особо не пересаливать, мне это не нужно. И уже вот эту прекрасную массу, тут, кстати, масла я добавил не так много, сейчас лучок все впитал. А это все можно сейчас немножечко масла еще добавить. И готовится быстро. Потом можно переложить, и уже в процессе того, когда закипит водичка, у нас все горит. Это все можно... уже под конец я обычно это засыпаю, чтобы вкус морковки и лука, он
он не выветрился. То есть все равно стараюсь использовать даже приготовление мяса. В особенности по приготовлению мяса, говядины, даже той же курятины, в конце концов, меньше специй. Нужно вкусовать вкус еды. Чувствовать нужно, а не вкус приправ. Мне как, знаете, очень долго вспоминаются такие вещи, когда там что-нибудь приготовишь в кисло-сладком соусе, а кто-нибудь друган придет и такой: «О, у тебя есть кетчуп?» Я говорю: «Блин, он в кисло-сладком соусе, зачем ты это делаешь? Какой нахрен кетчуп?» «Ну как, я всегда с кетчупом курицу ем». Это, чувак, это курица в кисло-сладком соусе. Она уже в соусе кисло-сладком, как ты в названии не находишь. Вот такое вот лицо. Ну да, студенчество, оно голодные годы, оно дает о себе знать, если банально как бы не пробовать приготовить что-нибудь такое. Ну, многие не знают. По привычке фигарят с майонезом, с этим. Майонез использую только в салатах. Только в салатах only. И то стараюсь иногда его даже, если есть возможность, самому приготовить. Но жара 36 градусов, состояние у плиты в этот день. Мне как бы сегодня вообще, в принципе, не планировалось. Тем более осталось 2 часа до начала стрима. Нахрен это надо? Видите, уже поджарочка наша дошла. А это еще не закипает. Поэтому сейчас, наверное, мы сделаем рокировочку. Хотя, не, нормально. Сейчас мы ее крышкой накроем, пускай быстрее закипает. Пожарочку переложим и начнем заниматься. Ой, так это что-то я этот. Да. Начнем заниматься уже филе куриным. Ну все, готово. Лайк за готовую пожарочку. В частности, мясо куры. Филей. Я вообще на самом деле в последнее время очень мало кушаю мясца. Не потому что вот мне вот так не хочется там, нет, почему иногда бывает, что хочется, но как бы да, еще типа мясо куры — это мясо куры, а там это не говядина, не свинина. Но считаю филеечку самым таким оптимальным вариантом, особенно в жаркую погоду здесь на юге. Не могу отказаться полностью от мяса, потому что я все-таки мужик северный, для меня отказ от мяса — это, ну, как бы, не знаю, подвиг, что ли, какой-либо. Хотя говорят, полезно. Ну, хер его знает. Веганом я точно становиться в ближайшее время не собираюсь. Что можно сделать с филе? С филе можно сделать все, что угодно. У меня есть соевый соус, но чтобы сделать его в соевом соусе, нужно было, конечно, предварительно хотя бы замочить на час, чтобы курочка пропиталась. Есть гораздо простой способ. Не особо, скажем так, геморройный, но для этого вам нужно молочко. Немножечко его можно обтушить в молоке с морковкой вместе с луком. Все, идеальный вариант. Специи минимальные, но я буду делать немножечко другое. У меня будут сухие специи, в частности аджика. Специи так называются именно аджика. Ну, что-нибудь делаю немножечко попикантнее. И в то же время оно прекрасно с чечевицей сочетается, уже просто не первый раз готовил. В общем, ладно, прям покажу, что будет в процессе, когда уже буду жарить. И чтобы она не совсем была суховатая, и да, мы, конечно, я уже сказал, что не подержали. Обычно соевый соус, который есть в магазине, вместе с приправой для курицы, в принципе, очень такой вариант. Конечно, приправа для курицы, почему как бы и плюс, и минус, она реально дополняет приятный аромат, но оно тут все-таки рассчитано на не то чтобы цельную, а более голень. В общем, все, что связано с кожей. Потому что в куриную кожу часть задерживается, часть проникает в мясо, а тут у нас в филе проникнет чуть больше. Поэтому с приправой особо не надо перебарщивать. Вот. И самое главное, никогда не делайте филе с... я очень видел с майонезом. Майонез подгорает на сковороде, когда ты делаешь филе. То есть максимум, чем ты можешь делать, это разбавить сливки. Даже, ну, или просто небольшое количество неразбавленных сливок, молока. Но ни в коем случае не с майонезом и не сметаны. Ну, то есть что-то такое среднее. Тогда молоко пропитает филе, и оно будет такое. У нас будет немножечко погрубее. У нас будет соевый соус и приправка. Все это мы сейчас делаем. Неудобно, конечно, камеру еще взял. Так, я сейчас немножечко камеру
более в другую плоскость переключил. Сейчас, конечно, будет очень забавно смотреть, как это выглядит, но, по сути, я не знаю, как вам показать. Камера сама себя не покажет, надо прикрутиться. В общем, банально, что немножко специй, как я сказал, насыпали, и соевым соусом это все дело перемешали. Пускай она немножко пропитается. В любом случае, чечевица у нас еще будет готовиться примерно минут 10-15. И все-таки немножечко ее подольше. Курицу у нас пускай полежит. Салатик обязательно, это мышь фрукты. Одел я на экшен камеру свою водонепроницаемую полку и подключил Венару, потому что на самом деле как-то говорить непосредственно с этим, за нее не зацепиться, она все-таки больше стационарная, у меня, ну, другой девайс для камеры. Чечевица у нас уже половина воды вышла, как я и говорил. И теперь уже смело, пока водичка есть, можно даже долить ее чуть-чуть. Можно будет высыпать нашу заготовленную заранее. Заготовленную заранее поджарочку. Поджарочка у нас здесь, пускай это все дело доваривается. А чечевица, в принципе, она должна быть, не знаю, как мягкая, немножечко воды здесь не должно оставаться, я все-таки только когда она выпарена, но должна она дойти до своей готовности. Этот рецепт я с точностью повторял только в мультиварке, к сожалению, она перед приездом в новую квартиру решила, приказала долго жить, не ну, как бы не жаль. За 1000 рублей вполне приятное вложение, почти на полтора года будет. Все, это мы дело оставляем. Теперь мы поджигаем непосредственно огонь для нашей курочки. Уже мы заготовили такой полезный совет начинающим домохозяинам: протирайте сковороду, тогда у вас мясо не будет шкварить. Все, сейчас вывалим. Наша чечевица доходит на медленном огне, а не куриная. Кстати, прикольно, приправка пошла непосредственно своим соусом. Готовится, наверное, на среднем. Почему такие большие кусочки не спрашивают? Да потому что я терпеть не могу маленькие кусочки курицы. Да и как-то это... В любом случае, они ужарятся сейчас. Чуть поменьше. А если совсем мелкую, я когда... Ну, я резал совсем мелкие, получается как пюре. Уже в процессе приготовления. Тем более, большие кусочки, они... Вот я почти где-то 50 мл соевого соуса, то есть я ничего не солил, ничего никак, вот это все дело списалось. Это там поменьше 50 мл, соответственно, это дал. В общем, все в принципе дело на глаз, никаких пропорций нету особенных. Даже больше дело идет вкуса, и это не рецепт, который я как непосредственно делал какой-то каноничный. Ну так, просто веселый подкаст непосредственно о том, как питаются стримеры и что они умеют готовить, и да. Мне не нужна Тиана, я могу себя обеспечить сам. Я просто мужчина, я могу готовить. Поверьте, мужику готовить, конечно, прикольно, но это так лениво, что многие из них потом болеют язвой. Это хреново. Это реально очень хреново. Поэтому старайтесь кушать вкусную. Может даже где-то невкусную, но полезную пищу. Все, что полезно, не может быть вкусным, но как бы все это вранье. Я много знаю людей, которые там: о, чечевица, боже мой, там как так. Вообще первый раз чечевицу попробовал на пост. Да, был какой-то период.
период, господи, не то, что там я верующий какой-то, но просто был период, что семья моего лучшего друга, они постились. А так как мы постоянно все время у него зависали, тетя Вера, она все время готовила такие постные блюда, из них была чечевица. И вот мы с Андрюхой как-то пришли, и вот тетя Вера готовила целый казан чечевицы, больше, чем моя кастрюля в два раза, и соевое мясо. Все-таки пост, мясо нельзя. Так вот, короче, мы с Андрюхой, помню, такие голодные пришли, то ли с института, то ли со школы. Помню, со школы мы еще в школе учились, конечно. Мы в институтах в разных городах учились. И мы навернули по три тарелки этой чечевицы. Она была такая вкусная, боже мой. Какое дело сделала, это просто вообще бомба. А потом как-то забылось это все, и такой, блин. И тут, когда мы жили вместе с Рутушем, когда я в Берг приехал на юг, мы что-то вспомнили про сей бобовый. Чечевица ролик, вот что я могу сказать. Очень вкусная вещь. Реально очень вкусная. Когда тебе греча и рис уже в глотку не лезет, всегда есть чечевичка. Так, что вот у нас крошка суп дала. Сейчас мы замедленно огонь ее. Совсем на медленно. Видите, оно, я даже стараюсь сковородку убрать, чтобы она... Как тут я ввожу, по краям обжариваю, чтобы она мне сильно не пригорела. Немножечко ее затушу, буквально пускай на минутку. А чечевичка уже у нас почти до своей логической цепи дойдет. Да, я говорю, кто-то лук не любит чечевицы, кто-то его просто варит, чтобы для вкуса был. Я не знаю, я люблю с луком. Лук вообще тема. Лук полезный, вкусный. Надо попробовать вообще. Оп, камерка повернута, повернута. Особенно сладкие чечевицы, что нужно. Вот оно то самое. У меня еще чуть-чуть воды, пусть она потушится. Так. Ну что, прям чайничка горячей воды немножечко набрали. Если уже там совсем закончилось, кипяченое желательно. Все, на малый огонь. Пока у нас курица заготавливается, накрываем это все дело крышечкой. Все, пускай постоит еще пару минут. На самом-самом медленном огне. Жалко YouTube. Да вообще все видео не могут передавать запах. Все, отлично. Да. Ребята, я точно знаю, что меня смотрят ребята. Успех всего вашего предприятия. Подготовки будут заключаться в следующих нескольких частях. Первое. Помыть все продукты. Обязательно все. Чечевицу не обязательно, если ты покупаешь более дорогую, она уже промытая. Ну, она стоит, конечно, рублей на 20 дороже. Но это того стоит. Вы заворачиваетесь, не покрываете. Курицу обязательно промыть. Овощи все обязательно. Салат, еще вернемся. Салат надо. Салат, в принципе, очень простой. Расскажу его, в принципе, почему я так делаю. Да, от стандартных канонов салата я вообще отказался. Это помидор, огурец. Что еще? Вкусное блюдо, второе. И третье, незасранная кухня. Это самое главное, особенно для вас, товарищи бойцы. И да и девушки тоже. После себя самое главное всегда оставить чистую кухню. Тогда вообще будет прекрасно. Гармония, красота. Ты же помыл заранее. И рабочее свое место ровно придем к концу. К такому логическому. Говорится, чистая кухня — это хорошо. Кусочки наши уже доходят. Видите, сок дали своего соуса. Да, они уже доготавливаются, все. То, что мы хотели от них, мы получили. Просто не очень хочется жевать это, когда она совсем получается, что передержали мяско. Особенность сухой получается, когда я говорю мелкие нарезать. Вот у меня была ошибка, что мелкие нарезал, когда делал просто так вот, сделал в своем соусе, они ссыхались. Но это не круто. Это сухо, это невкусно. Поэтому только так, чтобы все было мягенько. Ладно. Давайте за салат примемся, пока все. Соп
салата нам понадобится 2 помидора, болгарский перец и 3 вина из зелени. Петрушка, укроп и лук свежий. А как вариант я использую сухарики, но я балбес. Я, придя домой, понял, что я сухарики не купил, поэтому, если есть, конечно, желание, можно сделать их в духовке. Но, как говорится, заметили, что у меня в сумке даже не было хлеба. Хлеб я особо стараюсь не жрать, не употреблять. А, поэтому, ничего не страшно, обойдусь без сухариков в этот раз. Мне же на это и польза будет, потому что это надо все-таки потихоньку сгонять. И более-менее правильное питание — первый шаг к этому. Ну и еще физические нагрузки. Не знаю, получится или не получится с этой камерой все показать, как обычно разрезается болгарский перец. А я его разрезаю вот примерно вот таким способом. Чтобы избавиться сразу, то есть вариант, что и по бокам. Ну, я обычно делаю вот такие надрезы. Словом прочанском. Такой, опа! Ну все. Все осталось у меня здесь. Обязательно внутри. Все равно нужно промыть. А маленькие тут нет, перчинки остаются, да, вот они опадают в процессе транспортировки. Все равно обязательно нужно промывать. Но основную часть мы вытащили. Собственно, салатик нарезан. И заправлять можно майонезом, с ним не перебарщивать. Немножко в разумных количествах. Ну, обязательно посолить. Вот, собственно, итог нашей с вами. Нашего основного часа. Час мне понадобился, чтобы приготовить абсолютно в основном второе блюдо, и кусочек у нас остался еще непосредственно филе. Я его сварю, уже сделаю бульон и уже завтра сделаю супчик. Сегодня супчик сделаю так: чечевичка, куриное филе и салатик. Мне приятно. Как видите, чечевицы у нас еще как минимум хватит вот на дня 2, на порции 4 точно. Надо ее закрыть. Час времени и вполне сытный обед у вас готов. Хлебушком я не закусываю, так что вот как-то так. Надеюсь, мои какие-то советы и рассказы в этом подкасте. Да, это подкаст, а никакой кулинарный шоу. Как говорится, стример. Если вы хотите сделать этот подкаст отдельным каким-то... Вы, мои дорогие зрители, если вы хотите выделить отдельное шоу, все очень просто. Приходите ко мне на стримы. Можете, так сказать, помогать проекту непосредственно самым простым способом, то донатом, как говорится, с миру по нитке, и стримеру найду. За этот выпуск большое спасибо майору. Миш, ты у нас сегодня как бы главная звезда. Вот, благодаря моему одному из очень постоянного, вообще, в принципе, самому постоянному моему модератору, моему подписчику, такой, в принципе, обед и ужин. В общем, как-то так. Если вам интересно вынести, если вам интересно смотреть это в онлайне, потому что я планирую это сделать в режиме онлайн готовку, ставьте лайки, отписывайтесь, что думаете, и приходите на стримы. Всего вам доброго и пока-пока. Увидимся на Юкашоу.